Всем привет, друзья! Хочу вам посоветовать канал под названием Ракушка Channel. На этом канале вы найдете различные серии по Майнкрафту, а также автор делает новое кулинарное шоу под названием «Чё похавать». Ссылки на канал в описании. Хочешь собрать сильную команду FIFA Ultimate Team? Покупай монеты у крабов. Крабы.ру. Низкие цены и высокое качество. Ссылки в описании. У микрофона Дмитрий Феникс, мы продолжаем с вами проходить карьеру нашего футболиста. Мы вырвались в европейском первенстве в 1/2 финала, то есть если мы проходим этот клуб под названием Saint-Louis, мы врываемся в финал европейского первенства. Это очень радует. И сегодня игра спорта, но меня не выпускают. Да, и вы спрашиваете, ну, некоторые люди спрашивают, зачем ты запрашиваешь замену, типа, играй полный матч. Иногда, ребят, нужно просить замену, потому что если ты не просишь замену, играешь с малой выносливостью, появляется очень большой шанс вероятности, то, что ты получишь травму. Так что я не рискую и иногда запрашиваю замену. Так что так вот, сегодня играет Порто. Сегодня играет Порто с Бенфикой. Очень ответственный матч. И желательно бы... Да, отлично, этот матч выигран. Потрясающе. Это означает, что мы... Блин, не показывает. Показывает только 1/2 финала. Черт, мы на первом месте в стране. И обыграв Порто, мы, так сказать, резервные очки себе накапливаем. Сегодня первый матч, сегодняшняя серия, я думаю, будет из... Нет, из двух матчей не получится, потому что следующий матч... У нас сегодня первый матч с этим клубом, 1/2 финала, а потом у нас премьер-лига, только потом у нас 1/2 финала. Ну что ж, меня выпускают, да, я так понимаю, сегодня в стартовый состав с этим клубом, это 1/2 финала, поехали. Матч будет состояться, точнее не матч... У нас всего два матча с ними, как видите, с другой стороны, Манчестер Сити против Интера. Ой-ой-ой. Это очень опасно против Интера. Там с левой стороны опаснее клубы. А здесь Бенфика и французы. Справа слабее клубы, согласитесь. Интер и Манчестер Сити гораздо сильнее нас. И мы заслуживаем выхода в финал, очень сильно заслуживаем. И сегодня надо просто бороться с соперником по всем флангам, везде обыгрывать соперника, стараться на полную мощность. Одного опорника играет наши соперники. Погба у них играет. Да, это французы, господа. Сегодня много решится. Я не знаю, как распорядится тренер сегодняшней тактикой. Надеюсь, он меня не будет ставить в полные форварды. Уж этого я сильно надеюсь. Полузащитников Фабьен Лимоне. Показывает очень седой парень. Сколько ему лет было, я пропустил. Ответственный матч. Майки Адидас. Зато у них майки Адидас. Ну и нас показывает, мы тоже майк Адидас. Так, кто нас сегодня судит? Судья испанский сегодня. Лусада. Ну да, поехали играть в футбол. Ответственный матч. Да, здесь меня сбили. Судья, обрати на это внимание. Выдай, пожалуйста, карточку. Да, это желтая карточка. Меня сбили прямо в штрафной. Хамоуда, ну и фамилия, парень, у тебя. Вы посмотрите, я на уходе, и вот здесь вот прям, вот это да, вот это подножка. Как такое можно вообще было делать? Открытая подножка. Не мне пробивать, доверять, к сожалению. И навес. Бей же, ну! Гол! Дерлей забивает. Ух ты, я там сальто, видели, какой замутил? Да, поздравляю. Молодец, Дерлей, молодец, парень. Быстрый гол с французами, вот это да. Попахивает финалом Кубка Европы. Посмотрите, какой навес. На добивание было здесь. Молодец, Дерлей. Опа. Все просто супер. Но не забываем, что у нас с ними еще второй матч будет. Второй матч. Нужно, если мы выиграем, нужно сохранять эти очки.
Дерлей, ну кто там, посмотри, я вот здесь. А, не допрыгнул, я не допрыгнул до этого мяча, какая жалость. Оставляйте мяч, ребята, оставляйте этот мяч. Но так делать тоже нельзя, чело, людей в коробочку сжимать. Меня просто там запинали в этой коробочке. Даже судья ничего даже... Здесь можно было давать карточку. Опасно, кстати, штрафнуть сейчас будет. Здесь может что-то выйти. Давайте посмотрим. Так, 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 так. Опа, не допрыгнул. Ну, кто-нибудь бей! Ой-ой-ой, еще мяч бей! Ну, что это за удар такой? Что это за удар такой, господа? Дерлей, Дерлей, ну сделай! Ай, ну, блин, Дерлей, Дерлей. Ну, по-моему, головой сделал он, да? Ну, отбор мяча был, да. Так, надо красивенько подать. Подача, ну, кто-нибудь на добивании. Хватай мяч, хватай мяч. Отлично, 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 отлично. Не спеши, не спеша, не спеша. Навес. Хорошо, здесь пас на меня прошел. Хорошо, надо уйти. Пробовать уйти. Скорости не хватает, не хватает. Оп. Хер тебе собачьего. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ребят. Вот это, по-моему, пенальти, да. Это пенальти. И тут безусловно, безусловно... Меня сбили. Ну, это нечестно. Ну, дайте пробить-то, ребят. Я заслужил пенальти. Смотрите, да, при ударе прям в ногу. Чисто в ногу мне сыграл. Замена у нас там. Ну, что, не дадут? Да хрен дадут пробить, да? Ну, давай, парень. Счет 1-0 пока что. Ой-ой-ой. Давай, чувак, пробей хорошо. Пробей хорошо. Пробей хорошо. Давай, давай, давай. Опа, 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 опа. И... Ну что это за... Кто тебя бить учил, а? Ну кто... Почему мне не дают пробивать? Ну вот смотри, какая синющая. Меня я водочкой, и не в ту сторону, я водочку сделал. Так, 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 мяч догнать. Возвращаемся в защиту, 81-я минута. Что-то они оживились как-то. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Что-то они мутят, что-то они мутят. Мутят что-то они, на нафиг. Отлично, молодец, только у меня силы кончились. Попробую дать на ход. И не понял меня. Опасно, вот здесь французы пошли. Удар! Ай-яй-яй, это было близко. Ребят, уже становится страшно. 90 минута, 5 добавочных. И вот здесь уже Пернин вообще чуть не забил. Этот седой парень, который, блин, еще бы чуть-чуть, и мяч оказался в ворот. Ура, свисток, мы победили, первая встреча европейского первенства. 1-0 по счету сохраняется. Если мы в следующую встречу с ними играем в ничью, мы проходим финал Кубка Европы, ребята. Вот такие хорошие у нас появляются новости. Дерлей сегодня 6-й минуте забил. Ну а сегодня, молодец, после такого, естественно, отбега, меня запихнули в запасные, потому что я сильно устал, выложился на полный, замен не просил. Отыграл полный матч и 3-1 выигрываем в премьер-дивизионе. Тем не менее, сохраняем очки, это очень хорошо. Премьер-дивизион идет вообще супер потрясающе. Я вижу в новостях лучшие команды недели. Давайте ее посмотрим, кто же... Здесь составил из нашего клуба только один футболист. А, нет, два. Оливьера и Тейхейра. Меня здесь нету. Это очень печалит, конечно. Очень печалит. И сейчас мы будем для нас играть. Матч, второй матч. Первый матч 1-0 мы выиграли. И теперь решается все. Выходим ли мы в финал или не выходим. Все, что нам нужно сделать, кстати, Интер обыграл Манчестер Юнайтед, это уже в первом матче тоже был у них матч, и вот сейчас они тоже второй матч проводят. Все, что нам нужно, чтобы выиграть, это сохранить ничью на поле, сохранить ничью, сухими продержать ворота, это самый оптимальный вариант. Конечно, самый идеальный вариант это забить им ворота, но не знаю. Будут ли они бороться, не будут они бороться на поле. Да, ребят, это очень просто ответственный сегодня матч. Финал. Я никогда до такого вообще никогда не доходил за свою карьеру. Никогда. Это первый мой вообще выход на Европу. Да, такой вот прям палки, высокой палки. Это высокий уровень футбола. Выше только Лига Чемпионов, и вы это знаете. Да, ребят, сегодня прям, я не знаю,
ответственность на полную катушку. Великолепный матч против них первый провели. Мы выиграли у них. Выиграем ли мы еще одну? Вот этот парень в том матче нам чуть не забил. С ним нужно играть поосторожней. Французы атакуют, ну что, поехали, вообще по полной программе. Поехали. А у них тактика совершенно поменялась в нападении. Но это понятно. Я делаю налево. Оливера, пробегай. Дай мне пробежать. Я уже в офсайде тут ношусь. И вот здесь, вот сейчас, да. Но! Гол! Господи! Это 2-0. Это 2-0. Мы уже обеспечиваем себе победу в финал. Ребята, это просто невообразимо. Посмотрите, как я пробежал, подхватил и с левой туда положил ворота. Великолепно сегодня играю. Великолепно. Да. Повязка счастья все-таки спасает. Спасает, спасает. Смотрите на мою радость. Я тут подтанцовываю. Ля-ля-ля-ля-ля. Два гола, тем не менее, в европейском первенстве. Седьмая минута игры. 2-0 мы ведем. Я прохожу. Здесь нужно ускориться. А вот здесь нужно... Ну куда подается-то? Я хочу в центр дать. А почему... Оливера там забегает и теряет мяч на центр. Хорошо. Вот здесь вот, смотри. Отлично. Я продолжаю туда. Пытаюсь здесь зайти. Нет, 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 нет. Ой, на меня. Ну все, что... Ах ты, елы-палы. По-моему... Что там произошло-то? Я так не въехал. Вообще нифига не въехал. О, штрафанули против меня. Зашибись. Смотри, здесь можно разыграть. Давай разыграем. А я вот здесь пробью. Ну, вратарь заберет. Это разгром, господа. Финал Кубка Европы. Жди меня. Смотрите, на замахе ушел и с левой пробил сразу. Вау, просто великолепно. Божественно. Да. Это, господа, футбол. Я чувствую, что в финале будет все-таки не Манчестер Сити, а Интер. Я жопой чувствую Интер. Прям жопой чувствую, что они уже первый матч выиграли. Когда мы сейчас матч закончим, я посмотрю, с каким счетом они там играют. Первый тайм заканчивается в общем счете 3-0. Это супер, просто я сегодня божу на поле. Я пошел смотреть, как играет Интер. У нас замены сразу в первом тайме. Я посмотрел, как сыграет Интер. Это удивительно, но Манчестер Сити выигрывает 2-1, там первый тайм. Как будет у нас, я не знаю, но здесь пока пахнет победой. Французы пытаются уйти в атаку. Посмотрите, по двое нападают уже. Не боятся уже. У нас еще одна замена. Переро уходит. Витория. И вот еще один опасный момент. Посмотри, посмотрим, чем закончится. Гол! Бог ты мой, разгром. Все, ребят. Мы в финале Европы. Мы в финале Европы. О да. О да, детка. Я так об этом мечтал. Мечты сбываются. Вот это он шиндарахнул, вратарь даже вообще не успел полететь, а? Вот это вжарил ворота, мощно, сильно и нужно. Вот это да, ребята, финал Европы. Там Милан с Интером до сих пор бодаются. По-моему, у них по ничьей уже там, не знаю, но мы в финале, Интер или Манчестер. Лучше бы, наверное, Манчестер Сити. Хотя Интер тоже очень сильный. Посмотрим. Обалдеть, ребята, это 11-метровый. Это 11-метровый. Желтая карточка. Разгром команды. Охренеть. Удайте пробить пенальти. Я сегодня играю очень хорошо. Ну, пожалуйста, дайте. Смотрите, просто на ходу сбил Зазу. Заза просто у него сверху упал. Завалился сверху. И сейчас будет 11 метров. Зачем-то делать замену. 87 минута. Общий счет 4-0. Это пенальти. Бьет, по-моему, Оливьера. Я помню, как он бьет пенальти. Это кошмар. Пытается забить всегда в девятку. Давай, парень. Ну-н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 у. Все. Какой все? Этот подонок опять промахнулся. А этому парню вообще нельзя давать бить пенальти. Он постоянно мажет. А, нет, Зазабил. По полной Оливера программе. Оливера точно так же бьет. Только вообще переигрываем.
Неплохой опас здесь сделал. Дополнительное время уже идет. Ребят, мы в финале. Это уже однозначно. Однозначно. 5 минут добавил судья, но для этого это очень много. Не, ну смотрите, они последнюю решили атаку все-таки провести. Смотрите, как танцует черномазый чернокожий. Ага, здесь я обошел. Все! Финал! Финал Кубка Европы! Мы в финале! Мы в финале, друзья! Это будет финал! Это что-то с чем-то. Либо Интер, либо Манчестер Сити выходит там в финал. Там, по-моему, еще до сих пор идет матч. Ну, а у нас... матч заканчивается разгром. Господа, сегодня такой футбол. Я так боялся этого. Я так боялся, что они первый тайм играли агрессивно, мощно и пытались что-то делать. Но потом в конце второго тайма, после вот этого моего захода, это было в первом тайме, они буквально раскисли, раскисли. Я сегодня просто, ну, на 9,4, по-моему, сыграл. Но я сегодня заслужил овации. Заслужил овации. Нереально крутой сегодня футбол был. Вот это да, мы выходим в финал. Я никогда за свою карьеру туда не выходил. Обалденно, обалденно, господа. Просто супер мы сегодня играем. Ох, и надо будет сейчас посмотреть обязательно, с кем же мы попадем в финал. Финал Кубка Европы. Офигеть. Бенфика, в которой мы в аренде, ребят. Мы выходим в финал Кубка. Блин, мне просто, господа, не верится. Я до сих пор в дичайшем шоке. Офигеть. А вот здесь на обводочке красивенько гол. Ай, да я сегодня просто... демонстрировал великолепнейший футбол. Великолепный, да, господа, мои волшебные танцы. Интер Милан обыгрывает Манчестер Сити. И мы будем играть в финал с Миланом. Ребята, это просто пипец. Это финал. Финал Кубка Европы, к которому идут многие клубы в течение всего сезона. Мы это делали. И смотрите, матчей совершенно осталось мало. Кстати, вот здесь сборная России с финнами группового этапа будет играть. И я надеюсь... А вот это что за матч такой? А, это тоже... Это самое... впереди интересные матчи. Я смотрю... европейские матчи. Интересно, это что это такое? Это все, это сборная России. Это все три матча сборная России играет. И надеюсь, на эти матчи... Это все групповой этап, кстати... по-моему, да, это групповой этап все, и надеюсь, меня пригласят. Ну, а завершением этого сезона именно за Бенфику будет финал. Финал Милана. Ребят, вот считайте, сколько нам матчей до финала. То есть следующая серия, два матча. Ну, через две серии мы играем в финал. Ой, ребят, у меня просто взрывается мозг. Там будет финал, охренеть. Интер против Бенфики, в которой, я надеюсь, меня все-таки надо будет себя подготавливать и не выкладываться на вот этих впереди матчах, а выходить в запасы и, в смысле, ну, на замену. Постоянно требует замены, чтобы не выкладываться на полную, готовиться к себе финалу, чтобы все-таки выйти на этот матч. Я очень хочу выйти туда. Очень-очень хочу выйти. Ну что ж, ребят, если вам понравилась эта серия, ставьте лайки. Каждый лайк мотивирует выход на следующую серию. Не забывайте про это. Всем удачи и до скорых встреч.